С 21 по 24 сентября в Казани проходит международный форум «Казан Digital Week 2021». Участниками мероприятия стали работники сферы цифровых и интеллектуальных технологий, студенты и сотрудники Казанского федерального университета. Подробности в следующем сюжете. Казан Digital Week – это международный форум, направленный на коммуникацию разработчиков и пользователей цифровых технологий, а также презентацию инновационных проектов в сфере диджитал-разработок. В этом году форум проходит в смешанном формате. Площадкой для презентации проектов был выбран выставочный комплекс «Казань-Экспо». Помимо торжественного открытия форума Digital Week, в выставочном комплексе стартовал отраслевой чемпионат в сфере инновационных технологий Digital Skills 2021. Очень много внимания уделяем цифровизации, а цифровизация – это люди, это кадры. Можно все построить, все купить, но людей надо готовить. Во время подготовки форума состоялось заседание правительства Республики Татарстан по цифровизации промышленности с участием президента Республики Татарстан Рустама Миниханова, премьер-министра Алексея Песошина, а также ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. В рамках форума организаторы устраивают технические визиты на главные промышленные площадки города Казани. Участники и спикеры во время форума посетят Иннополис, IT-парк, Казанский вертолетный завод, предприятия Метроэлектротранс и Казанские университеты, среди которых есть и Казанский федеральный университет. Площадкой для технического визита в КФУ был выбран Центр цифровых трансформаций. Центр цифровых трансформаций занимается всем, что связано с цифровизацией, и форум он как раз посвящен этой тематике. Нами была представлена тематика цифровизации в образовании. Во время технического визита спикеры и участники форума ознакомились с разработками Центра цифровых трансформаций и узнали о работе студенческого и молодежного конструкторских бюро. Помимо этого, со своими докладами выступили директор Центра цифровых трансформаций Дмитрий Чикрин и его заместитель Петр Какунин. Представители КФУ рассказали участникам форума о разработках в сфере беспилотных транспортных средств. Форум «Казан Digital Week» продлится до 24 сентября. Чтобы посетить выставочный центр или посмотреть прямую трансляцию с форума, нужно зарегистрироваться на сайте kazandigitalweek.com. За новостями проекта также можно следить на их официальном YouTube-канале. Роберт Хасанов, Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.